Blender 2.83, усложняем прыжок. Давайте что-нибудь суперменское сделаем или супергероя какого-нибудь. Так, тройка на нампаде. Заходим в Object Mode. Добавляем Shift A, Mesh, добавляем куб. Ставим G куб где-то вот сюда. S его увеличиваем. G как-то вот сюда вот так его ставим. И по-быстренькому что-нибудь в Edit Mode сделаем. Так, добавим сейчас ему пару ребер. Loop Cut. Этот вот сюда. А этот вот сюда. Вот так. Теперь выберем полигоны. Вот этот полигон. Нажмем английскую E. И вот так его вытащим. Здесь выберем вот этот полигон, вот этот. Пока приподнимем кверху, повыше. Вот так. И вот этот полигон. E, английская, щелчок. Где-то вот так вот вытащим. Заходим в Object Mode. И можно транспозом немножко его, типа здания, вот так вот увеличить. Добавим ему теперь материал. Потом поменяется под камень какой-нибудь. А это, ну, пока на синего чего-нибудь. Так. Слишком ярко. Давайте серое что-нибудь поставим. Во. Теперь выберем А персонажа. Полностью поднимем. Вот сюда на этот куб. Вот сюда. И вот с этой точки будем тройка на нампаде что-нибудь это делать. Выбираем теперь кости. И заходим в Pose Mode. Так. Прописываем первую позу ему в таймлайне. А. Так. Нажимаем А и Lock Rod. Это будет первая поза. Теперь надо, чтобы он перепрыгнул вот этот вот выступ и спрыгнул вниз. В этот раз будем делать 10-й кадр, 20-й и потом посмотрим, может где-то прибавим, уменьшим что-то. Итак, выбираем вот эту тазовую кость. Теперь жмем G. Вот так. Эту ногу поднимаем, перекручиваем. Эту ногу ставим G вперед. R перекручиваем. Английская А. G персонажа поднимаем. И опять же R вперед. Так его выводим. Эту руку G так и оставляем вот в этом положении. А вот эту руку G выводим вперед. И немножко R как бы вот так и G. Вот таким вот образом. Даже можно пальцы немножко вот так поджать. G чуть вперед, а эту ногу G чуть-чуть повыше. Ну и позвоночник немножко еще подогнем. Руку немножко вот так. Прописываем А и Lock Rod. Смотрим, что получилось.
Ставим 20-й кадр. Теперь выбираем полностью персонажа. Так, на 20-м кадре G. Ставим его на этот обрыв. Единица на нампаде R. Перекручиваем вот так вот. Подставляем. Так, вот эту руку теперь G. R. Как бы вот так ее перекручиваем. Ставим вперед вот сюда вот G. И эта нога уже, так сказать, согнута. Уже, считай, все готово. Вот эту руку только G можно чуть-чуть повыше. R немножко перекрутить. Ну, вот что-то в таком духе. Английская А. G чуть-чуть вперед. И вот эту косточку R как бы вот так перекручиваем. А вот эту ногу G чуть-чуть как бы повыше. Во. Пишем А и локрот. Отключаем видимость костей и смотрим, что вообще получилось. О, вот такая штука. Теперь на 30-м кадре идет прыжок вниз. Выбираем опять все кости, жмем R, перекручиваем. R перекручиваем, вот так. G ставим к обрыву. Где-то G вот сюда. Теперь кости возвращаем назад. Таз немножко перекручиваем в эту сторону. Английская А, R чуть-чуть корректируем. Эту ногу теперь G выводим вперед, R перекручиваем, а эту ногу G вниз. Так, позвоночник. Позвоночник семерка на нампаде. R перекручиваем. И вот эту руку G выводим вот сюда. Перекручиваем R кисть. И можно локоть вот этот R как бы перекрутить. Вот такое что-то получается. Так, вот эту ногу G немножко повыше. Так, а эту ногу как бы вот сюда. И эту руку R. Вот так вот. И вот так перекрутить. Согнуть ее теперь G в локте. R подкрутить. Так, ну и вот эту руку как бы тоже вот сюда и назад ее вводим. Вот так вот. R. G кверху. Опять же R. И вот этот локоть можно вниз опустить. R. Вот. А руку немного G назад. Опять же кисть перекручиваем и выравниваем его. Вот такая штука. Пишем А и локрот. Смотрим, что получается. Разбег, перепрыг. Пошел на низ теперь падение.
Теперь G опускаем персонажа вот сюда. Перекручиваем ему позвонок. Руку G так и оставляем, одну здесь. Так, пока куб можно отключить. R выравниваем, перекручиваем локоть. Этот локоть тоже назад. Руку G, это тоже назад. Позвоночник выравниваем, кость назад, G вперед, R вот так вот. G как-то вот сюда, наверное, вот так будет лучше. R вот так вот. Тоже вот так, локти кверху, этот локоть тоже R немножко приподнять. Во, как-то так. G сюда, а эту ногу G вот так, и R перекрутить вот эти стопы, G вот сюда, выбираем ноги и G как бы их назад сюда уводим, голова тоже немножко R вперед и туловище R тоже как бы вперед. Так, вот эту ногу G в бок, и это тоже G и R. Позвоночники поравняем. Пишем A и локрот. Смотрим, что да как. Включаем куб. Вот так. Теперь нужен нам 50-й кадр. Выбираем персонажа G до самого низа его. Приближаем. Здесь нужно его как бы нормально расположить по-суперменски. Вот эта нога G вот сюда уходит. R. Эта нога R перекручивается G. Тело полностью перекручиваем. Тоже можно перекрутить, через Shift выбрать и руки, чтобы потом их не подгонять. Вот так. Так, теперь R вот это вытаскиваем. И голову чуть-чуть перекручиваем. Теперь руки. Так, тело теперь перекручиваем вот в эту сторону. Эту руку ставим G вот сюда. И R перекручиваем кисть. G вставляем вот так. Немножко R в эту сторону. Вот так. Так, а эту руку R, G, вот так выставляем.
Ну, как в прошлом ролике, прыжок был, тоже такая поза была, от стены где. Так. Теперь все выбираем, а тройка на нампаде и G ставим на пол. Вот так вот. Поправляем теперь по уровню пола руку. Можно я даже чуть-чуть вперед вот так. И пишем А и локрот. Отключаем видимость костей. Смотрим, что вообще получилось. Play. Ставим 50 кадров. Вот так вот. И нужно добавить промежуточные именно кадры. Это будет, значит, между первым и десятым здесь надо добавить кадры. Так, или поставить просто персонажа поближе. Так, тройка на нампаде. Если выберем полностью персонажа, нажмем G, поставим где-то его вот сюда. А и локрот на десятый. G перепишем вот сюда. А и локрот. И смотрим, что получилось. О, уже веселее. Ну, все равно нужно вот здесь вот промежуточные добавлять кадры. Вот 14, допустим, подкорректировать. У него вот эта рука у 14 должна немножко подходить уже, ну, как бы вперед искать. Так, не эта кость. Должна как бы искать, где будет точка опоры. Это вот так, R вот так, G. Немножко R. И немного, наверное, так, где у него тут палец. Вот. Эта рука должна как бы уходить уже чуть-чуть назад. Эта нога G должна как бы уже искать подъем. Так, ну а эту ногу немножко нужно поджать. Добавляем А и локрот. И смотрим, насколько мягче будет теперь. Ну вот вы видите, что теперь помягче стал перепрыг идти. Если добавим вот здесь еще тоже промежуточный кадр, будет еще прикольней. Так, а вот здесь еще давайте добавим ему, как бы он вперед наклоняется к этой руке. R. Вот так. И голова. Вот таким вот образом. Так. Что-то в таком духе. И R немножко. Раз сюда. И А. R. Перекрутим. Вот так как-то. И поставим его вот чуть-чуть с разворотом. Вот теперь будет перекрут живенько. А, и локрот. О, помягче.
Так, здесь идет тоже, нужно добавлять где-то 24 кадр. Вот эту ногу теперь можно немножко G, как бы она же перетянула уже. Вот так. Эту руку немножко R выровнять. Так, выбираем персонажа G, опускаем, чтобы кисть была на бетоне или на стене, вот сюда вот. И прописываем A и лакрот. Так, смотрим. Ну вот уже получше. Так, тройка на нампаде. И вот этому персонажу делаем подачу вперед. Вот так. И нога уже вроде как начинает. Идти на опуск. Так, рука вот эта уже выходит вперед. Так, или это уже назад уходит, да. А вот это, где нога поднята, выходит вперед. Вот так вот. Пишем А и локрот. Так, чуть-чуть руки попутал. Значит, вот эту руку уводим назад. G, F. А эту руку тогда вперед. А, и локрот. Смотрим. Ну, здесь уже нормально. Так. Что у нас с падением, с приседанием? Так, вот здесь добавим немножко другой кадр. Так, вот эту ногу G немножко R перекрутим. Эту ногу тоже как бы вот сюда. Перекручиваем. И вот эту руку G немного вперед. И вот эту руку сюда. Локти убираем вниз. Все вот так кисти выравниваем. И голову можно позвонком немножко отвести назад. Во. Вот так. А, и локрот. Смотрим. Во, уже мягче, прикольней. Ну а здесь вот эту вот еще часть
вот этого персонажа G немножко посередине пропишем. Пардоньте, ставим на 40-й кадр. Тройка на нампаде. И подальше от верха его отводим вот сюда. А и локрот переписываем. Смотрим. И получается так, это первая фаза приземления. Так, вот это приземление нужно уже ногу поставить на бетон или асфальт или стену, короче. Так, G опускаем, чтобы мягенько он был, и пишем А и локрот выключаем, смотрим. Во, уже помягче. Как это со стороны выглядит? Нормально. Еще добавить повороты тела в процессе. Вот если вот здесь вот он выходит, делаем 10 рук, поправляем. Теперь можно R перекрутить, допустим, вот так вот тело. Вот здесь у него почему-то перекрутилась нога. Сейчас мы это все дело поправим. G. Вот так, R. И тело немножко подкорректируем. Здесь немножко G уведем в бок. И немножко R перекрутим. А эту руку вот так кверху поднимем и R перекрутим. О, пишем А и локрот. Смотрим. Ну, вроде все прикольно. Так. Ну все, теперь анимация. И опять по кадру посмотрите. Я все вот эти кадры выложу, чтобы вы могли это все дело собрать, сделать сами. Ну, еще подобавляю здесь корректировку какую-нибудь. Покручу, поверчу, пошлифую. Все, всем пока, до свидания.